В этой квартире раньше жила девушка-бунтарка на маленькой хате. У девушки-бунтарки никого в окнах нет, ух ты. Девушка-бунтарка, значит, дома не было. Ладно, воровать квитанции не буду. То еще девушка-бунтарка не была, отразить квитанции. Киевская девушка, Дарнашка, федеральный подмечный застал. А вот и Кристиночкино окна. Второй этаж. Вот это четвертая квартира. Ну, до свидания, Кристина Масичук. Еще увидимся. Квартира Кристина Масичук. Еще увижу когда-нибудь ее. Чуть попозже, не сейчас. Злобные санитары и Кристина. Ого, вот это да, вот этот поворот. Вот это да, вот это поворот. Девушка-бунтарка на малиновой ладе что-то спиздил и скачал. Ого, это что, девушка-бунтарка, что ли, чешет? Пора валить, пора бежать. Девушка-бунтарка. Че, электрички уже не ходят, там все пустует. Ладно, поехал я домой. А вот и Тернесский железнодорожный мост. О, там Тернеска. Северная Тернеска. Федеральная пограничная застава Тернеска. Южная Тернеска. Когда-то здесь давно жил на Южной Тернеске. Борисовская 9.
Хотел я тогда вернуться в детство. Так давно это было. 97-й, 98-й, 99-й годы. Лазил по зимой соткам, 14-этажкам. И лазил по помойкам. Ночная Тернеска, как она прекрасна.